В подъезде жилого дома города Камышин 27-летний местный житель напал на пожилую женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Об этих и других происшествиях в ежедневной сводке расскажут сотрудники пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградские полицейские продолжают расследование уголовного дела по факту хищения государственных наград. В начале сентября текущего года сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в хищении государственной награды, принадлежащей волгоградскому пенсионеру. Злоумышленник представился журналистом и под предлогом подготовки интервью и создания музейной экспозиции похитил у волгоградца нагрудный знак «Почетный строитель». В настоящее время задержанный 51-летний ранее судимый житель Центрального района находится под арестом. Следствие располагает данными, что задержанный может быть причастен к аналогичным хищениям и просит потерпевших обращаться в отделы полиции. Подозреваемого в грабеже задержали полицейские города Камышина. В подъезде жилого дома 27-летний задержанный местный житель напал на 72-летнюю пенсионерку и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком. А в Дзержинском районе полицейские по горячим следам задержали 29-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из травматического оружия по витрине торгового павильона. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. За минувшие сутки на территории региона совершено 111 преступлений, из них раскрыто по горячим следам 58.